Здравствуйте, уважаемые зрители и друзья моего канала. Перед вами монета Республики Казахстан из серии «Сказки народов Казахстана». Монета – корейская сказка о Тангуне. Тангун – это легендарный основатель государства Кочосон, считающимся первым корейским государственным образованием. В корейской мифологии Тангун является внуком Бога Небес. По некоторым источникам он правил страной 1500 лет, а всего прожил на свете 1908 лет. На реверсе монеты расположено изображение легендарного тангуна, сидящего под сенью сандалового дерева. Слева мы видим медведя и тигра, персонажи легенды. Также надпись на корейском языке справа и внизу полукругом идет надпись на казахском языке «Тангун Туралы Аныз». Переводится как «Легенда о Тангуне». Также число 2016, обозначающий год чеканки монеты. Вот красивая монета, конечно. Давайте посмотрим на аверс. На аверсе, на орнаментальном фоне, мы видим герб Республики Казахстан. Слева и справа зеркально изображен элемент национального орнамента. По окружности идут надписи «Казахстан Республика СА» на казахском языке и «Республика Казахстан» на русском языке. Внизу стоит цифра 100, обозначающая номинал монеты. Аверс монеты немного отличается от других юбилейки Казахстана. В верхней части он сделан из корейских национальных орнаментов, а внизу из казахских национальных орнаментов. Вот такой красивый получился аверс у монеты. Монетка была сделана из сплава Нейзильбер. Диаметр монеты составляет 31 мм. Масса монеты 1,17 грамма. Тираж у данной монеты 100 тысяч экземпляров. Гурт у монеты рифленый с гладкими участками. Ну вот такой сегодня у нас был обзор, друзья. Всем спасибо за просмотр. Не забудьте оценить лайком, если вам понравилось. Подпишитесь на канал, если вы не подписаны. Всем спасибо и до новых встреч.